Ну-ка. Иди сюда, где ты, козявка? Привет, привет. С вами канал Артмания. И где это мы идем? По лесу? Не совсем. Не совсем по лесу, а где? Вообще-то, да. Вон, лес, вон там. Лес служимый. Вообще это служимый. Гагарина. 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 А кто такой Гагарин, ты знаешь? Ну, во-первых, это первый человек, который полетел в космос. А, я лучше скажу, что я не помню. Я забыла, что ты думала. Скажешь. Ты пойдешь по этой деревянной постройке? Какой? Который вон там. Она здесь находится? Дойдем до нее и посмотрим просто. Да, прям так дойдем. Сейчас лужи. Я надеюсь, что ты шлепнешь. Это, наступишь вон, кстати. Лужу, а не я. Давай, давай, давай. И все. Мне понравилось, как зимой со снегом, помнишь? С сугром. Ой, а что это такое так там? Пошли посмотрим, пошли по снегу обе. Дун-дун-дун-дун, пошли. Мне так понравилось вообще. Давно не ходила по снегу так. А там дорожка была, оказывается. Ну, блин. Обходить, да? Смотри, как классно. Немножко я не знали, да. Смотри, как классно. Как зимой хотела летом сказать. Как в лесу. Ну, что это такое? Вот мне интересно. Это горка. Зимой катаются. Будешь кататься? Хорошо. Но у тебя пакет есть, кстати. Что ты не хочешь-то? Да не хочу. О, да ты шагами-то большие делай. Чего ты как идешь-то? Ой, тяжело. Чем выше идешь, тем тяжелее. А тут деревом как пахнет. Ой. О. О. А там были, вообще там были ступеньки, оказывается. А? Там ступеньки, оказывается, были. Специально для нас. Ёлки-палки. Какая-то горка оказалась это. Тяжеловато оказалось. Че, так давай фоткай. Фоткай, фоткай, фоткай. Че ты стоишь-то? Давай, давай, давай. Встала она. Камера-то попала там? Камера там попала? Что? Мало, да. А то у тебя экранчик маленький, может, у тебя там носик только попал. А что ты посередине ты идешь? Вот же для тебя дорожка красная. А что сразу для меня-то? А для кого, я не пойму, для меня, что ли? Кто здесь идет-то, я не пойму. Кто такой нарядный? Это кто у нас такой нарядный? Это кто у нас такой нарядный? Всегда нарядный. Ну, будешь фоткаться, нет? А, фоткаться? Нет, не нашла. О, перепрыгнула. Пошла, пошла. Ест, ест. Распластаться как можно, да? А, и кверх ногами, да, еще продолжает кушать кверх ногами. И как-то еще поступает, да, к ней в желудок. Вот эта вот еда, она же проглатывает ее наверняка. Все, доела, опомнилась. У тебя же ранены нету, ты поэтому... У тебя там ничего нету. Три медведя. Слушай, детей сколько народу. Я вот на этой... Нет, у меня Сашка, брат, катался. Знаете? А я обожала в детстве. Сейчас вот как-то так, видимо, много разных. А в детстве вообще орбита называется. О, собака. Нет, тут я уже фоткалась. А я нет. Ну давай, состоим тогда. И прямиком. И прямиком. И пошла. Оба. Ой, никак. Оба. И пошла. Прям по зелени, вот так вот. Зелень, и пошла. Всем зелень. Ага, и через забор. Куда пошла ты, чё?
Вон же, прямо. Как вышла из подъезда, и прям-прям пошла, и пошла. Прямо. Какие дорожки, нафиг? Тут дорожка навалом. Зачем ей дорожка? Ей не нужна никакая нигде дорожка. Какая нафиг дорога? Прямиком. Прям пошла. Да? Да. Ой, близко. Опа. Угу. Ешь, ешь, давай, давай. Набирайся сил, да? Да. Ну, в общем, мы подкрепляемся для дальнейших подвигов. Блогер. Давай как следует кусай. Букманг. Ешь. Я ем. Я ем маленькими кусочками, а ты большими. Потому что у тебя много, а у меня мало. А ты мышка была в прошлой жизни, а я тигрица. Тигрицей? Да. Ты была не тигрицей. Ты была, знаешь, кем? Емотиком. Правильно, с волосами вкуснее. Свои всегда вкуснее, чужие. Не урони. Сейчас чай шлёпнется. Весело будет. Спорим, я быстрее съем. Так. Сейчас ты будешь торопиться тогда. Докуда мы дошли, видите? А там, смотри, вдалеке. Озера это. Да. Видишь, там, ты вдалеке видишь? Мы сейчас находимся на Березовой аллее. Ты не аллея сказала, а рассеянность. Березовая. Березовая рассеянность. Берез, это рассеянный лес, да? Рассеянный лес. Что еще? Березовая рассеянность. Да. Да. Березовая рассеянность. И пошла по траве. На говно не наступи. Что-то я не помню, идешь вроде как по-другому. Рассеянность березовая. Как-то вы идете не так. Некорректно вы идете. Березовая рассеянность. А там озеро. Да. А там вот тут озеро. Там озеро и вон там. Да. Мне вот то следующее больше нравится. Вон, смотри, там какие-то. Видишь оттенки все зеленого? Да. Солнышко, где зеленая тень, полутень, потом вот тень. Сейчас увидел, да. Сейчас увидела? Красиво. Ой, как классно. Да. Вообще офигенно. Да, хорошо. Да, красиво, да. Красиво. Обожди, я сфоткаю там. Какая красота. Боже ж ты мой. Солнышко. Тень, полутень и солнышко. Три цвета, а то и больше. Шикарно. Что ли? Ну, наконец-то. Я уж заскучала. Думаю, куда? Она подевалась. Ну, личная жизнь, понимаешь, личная жизнь. Да. Нужно было отправить сообщение молодому человеку. Надо учиться произносить правильно все, чтобы у тебя артикуляция губ была правильная, а не просто как вы там все разговариваете. Вот глухонемой тебя, да, не слепой. Да, глухонемой тебя не поймет, например. Если ты будешь говорить просто, потом что-то оно там. А если ты будешь правильно говорить, губами говорить тоже, то он тебя сможет понять, понятно?
Ты вообще меня слышишь или нет? Да. Я с кем болтаю? А, да, ну да, конечно, да. С камерой, с кем же еще? Да, я тебя слышу. Я отправляла сообщение. Вид такой. Да. Вид. И вот тут, кстати, находится кнопочка, чтобы подписаться на канал. По-моему, даже с этой. А может и с этой стороны? Слушай, а подожди, вообще-то... А, нет, с этой, да. Красненькая. Да. Или черненькая. Ну, может быть. Скорее всего, красненькая. По-моему, красненькая. Да, по-моему, вроде бы, наверное. Идем. Пошли. Пошли. Пойдет. Козе? Нет, видишь, опять... слишком красиво. И опять через этот. И пошел, как Назарбаев по столу. Я там да, что-то тра-та-та пошел да, в Астану по столу. О, кто-то рыбалкой занимается. Рыбалка занимается. Не занимается рыбалка, а рыбачит. Занимается. Заниматься можно другим. Ну не рыбалкой. Ты занимаешься. Я имела в виду. А вдруг нет? Россия. Рассеялась. Точно, да-да-да. Не понял. Ты устал? Ты устал? Я чуть-чуть посижу. А чуть ты? Ты же обычно долго ходишь. А тут ты устал. Вы устал? Вы устал? Ты немножечко еще поснимаешь вокруг да около. Я сейчас тоже посижу. Может меня поснимать? Походу. Да, может мне что-нибудь расскажешь? Что нам? Про кого именно?